Задние двери чуть подлиннее. У нас мальчик подлиннее, и багажник будет чуть побольше. Двери подлиннее, но за счет вот этого как бы... Да, он срезается. Да. Садится неудобно. Согласен с вами. То есть, ну, из-за высокой крыши посадка будет комфортно, действительно. Ну, багажник там на 20 литров побольше, но тут урезается место, как бы, и на сиденье сзади. Вообще прям невозможно.